сейчас с вами Викс. Продолжаю я строить свой завод. Много времени не играл. Вышли интересные всякие обновления. Ну, как то обновление с дронами, которые я показывал. Правда, прошло после этого кучу-кучу времени. А я так еще дрон-систему и не настроил. Вот, некогда было играть, а Геншин все время сожрал в итоге. Ну, игра как бы неплохая, поэтому она там стоит, собственно. Рекомендую поиграть, если кто не играл. Вот, что же по поводу своего завода. Убрал я, как вы видите, тут ЖД-станции у меня тут стояли. Вот тут прям очень много. Перенес я их в другую сторону. Там разбомбил и убрал свой старый химзавод. Вот на этой стороне. Конечно, еще некрасиво и не идеально сделал пока такое временное решение. Не, ЖД-станция уже не временная. ЖД-станция вот эти останутся на постоянку тут. А вот это вот, конвертные ленты, это временное решение. Они потом будут переделаны. Пока не знаю как. Но, скорее всего, пущу вот так, там вдоль вот этой вот базы. Ну и на ЖД-станции сюда будут они привозить, потому что там они смотрятся некрасиво. Ну и там очень, все очень некрасиво стоит. Немножко я разобрал свой свою атомную электростанцию, потому что она, ну, совсем не презентабельная стала. И там она из-за того, что радиация шмонает, и поезд с радиацией ездит, он шмонает меня, соответственно. Это как бы не очень good. Поэтому поезд с радиацией я пока отключил, который уран возит у меня. Его отключил, пока он стоит там на добыче урана. Вот. Уран буду дронами доставлять, чтобы не шмонало радиацией от этого, собственно, урана. Начал переделку гипертруб. Потому что они, ну, во-первых, та труба некрасиво стоит. Ну, точнее, она стоит красиво. Мне как бы она нравилась. Но в связи с новыми реалиями ее нужно будет снести, поставить. Добавили фонарики. Вот они стоят, собственно. Вдоль ЖД путей будут фонарики у меня идти теперь. И они, кстати, включаются, выключаются. Давайте покажу даже. Тут есть ночной режим, кстати, очень прикольная тема. То есть, вот видите, сейчас фонарики выключены у меня, да, по большому счету. Это стоит ночной режим. Если его убрать, они сейчас включатся автоматически. Видите, зеленым цветом подсвечиваются. Вот. То есть днем фонарики не светятся, они выключаются автоматически. А ночью, пожалуйста, можно любой цвет для фонариков поставить. Блин, тема очень могу. Но ночью так футуристично смотрится, на самом деле. Собственно, я и почему решил переделать ЖД-пути. Вот это вот свои. Потому что добавили фонарики, собственно, только из-за них. Ну и расширить. То есть вот эти вот два путя, вот этот вот и вот эти я уберу, гипертрубу уберу, и тут будет дорога на две полосы. То есть, чтобы туда и назад могли ездить машины. Потому что для машин у меня дороги нет. А машинка такая незаменимая, на самом деле, вещь. Особенно если поднимать какое-то новое производство, новый завод, можно нагрузить машину. Может, конечно, и поезд нагрузить, но это так такое, на самом деле, машина как-то удобнее, более спокойно, можно сказать. То есть нагрузить машину, загрузить и по дороге доехать, например, и делать какую-то станцию. Вот я хочу вот эти вот пути переделать, собственно, все. И чтобы они доезжали до станции. Ну и на машине доезжать вот до этой станции, до этого завода. Да потом до атомной электростанции, вот там уже сделал. Ну, собственно, вот все. Так вот. А плюс сделал гипертрубы, по которым можно долететь до завода. Плюс тут потом я сделал отдельную линию. Собственно, я уже сделал, видите, тут идет две линии, то есть электролинии. Одна на столбы идет, на электростолбы, они отдельно работают. И одна линия идет вот это вот на электричество будет идти. То есть и с этой стороны также будет идти две линии. Потом я разделю это все, и будет это все очень классно, стильно, молодежно. Мой заводик, к сожалению, не справляется. А, что, питание? Питание не подключался на этой линии. Это и правильно, пока она не настроена. Соответственно, не надо ее впутывать в общую сеть.
мой завод не справляется. На аккумуляторах, не знаю, где-то стоят у меня аккумуляторы, на них периодически работает. Стоит самое главное у меня это, типа, что может атомная, или, атомная электростанция вырабатывать, но она ничего не может, потому что там нету урановых стержней. Собственно, она ничего и не вырабатывает. О, вот, плюс переделал завод. И, кстати, тут топлива сейчас не хватает, поэтому работает просто на пределах. Ну, в принципе, его не хватает, потому что на пределе работает система. Вот, ну и плюс нужно было переделывать, да, добавил для поездов. Вот, добавил для поездов кое-что, тут вот немножко убрал, и уже начал строить. Тут потом нужно будет вот это вот все убирать, вот эти вот все группы, и перестраивать. Вот такой комарок, конечно, что-то. А что делать, собственно? Что не делаешь? Выпускать тоже гипертрубу. А я не знаю, пока хочу, в идеале я хочу гипертрубу пустить слева и справа, чтобы шли. Ну и поезда будут слева и справа идти. Просто не знаю, зачем мне вторая гипертруба. Возможно, одну можно будет отделать. Ну, так-то хрен его знает. Кстати, я знаю, как можно подписывать гипертрубы. Сейчас покажу. Ну, подписывать не особо как гипертрубы, но можно, можно, можно. Теперь я сделали специальную такую штуку. А рубильник. Вот рубильник можно подписывать. Какой рубильник к чему? Сейчас покажу, как у меня сделано. Сделал специально отдельные рубильники. Тормозим. Вот. Это вот основной переход. Если вот это вырубить, то вся станция обесточится. Если вот этот рубильничек вырубить, то все. Гитлер капут. Вся станция и вообще, по-моему, все обесточится. В том числе и поезда, наверное. Потому что некоторые станции питаются от поездов. Но это надо еще разводить. Разводку делал, кстати, тут я запарился. Вот эту всю разводку. Я не знаю, первый этаж я доделал разводку или нет. По-моему, на первом этаже ничего не доделано нормально. Хотя хрен его знает, может и доделано. Вот, первый этаж это то же самое, что почти вот это. Потому что от первого этажа питаются, ну весь первый этаж, да, поезда питается. А с поездов через ЖД-пути, по ним приходит ток. И с них питаются еще остальные там ЖД-станции. Вот. Плюс с первого этажа, по-моему, питается копалки. Это все нужно будет разносить, то есть, чтобы копалки отдельно копали себе руду. То есть, можно было рубильник нажать и вырубить все копалки, например, разом. Вот, ну и по этажам. Собственно, третий этаж, а где второй? Второй этаж, третий, четвертый этаж, пятый и весь низ. Весь низ, я не знаю, что это такое. Вот это как раз идет и на копалочке. Ну их надо еще тоже это все это формировать, делать. Вот как раз если его вырубить, то копалки перестанут по идее работать. А так вот можно вырубать этажи. Плюс тут дублирующий на этаж, то есть можно этаж погасить. Так, хрена, то есть этаж вырубился. Но почему-то не вырубился, потому что свет работает. Свет почему работает? Опа. По сети произошел сбой. Врубай. По-моему, все вырубилось. Доигрался. Да, по-моему, я доигрался, пацан. Ну, это не страшно. Вот можно, кстати, сейчас пока протестировать. Вот это вот вырубаем. Этажи. Весь низ. Не, весь низ оставляем. Четвертый этаж тоже можно вырубить. Пятый. Второй этаж тоже вырубаем. Оставляем. А поезда есть, даже свет есть. Основной переход. На что-то электричества хватает. А что тут не хватает? Знать. Ну-ка. О, пошла жара. Странно, что от этого рубильника не заработало. И тут основной приход, от него должно все работать.
Ну ладно, не суть. В общем, смысл в этом. Ну, вот так тут первый этаж видите, вырубите, и что-то пойдет не так. Вот, и зацените, как пошло, уменьшилось электричество-то, энергия. То есть очень даже прикольно смотреть. Можете подключить второй этаж и врубить. Опа, не хватило. Не хватило. И он вырубился. Сейчас должно пробить. Сейчас у тебя разгазуется. Так, и кстати, я основной-то весь низ не смучил. Самое главное. Потому что от него и питается там остальное, по идее. Так, ну пятый этаж не нужен, третий этаж давайте тоже подключим. Чего вырубается, блин? Вот здесь с электричеством будет проблем, пока атомную или это самую энергетику не подниму, будет проблем. Плюс, видите, аккумуляторы. Аккумуляторы, кстати, очень хорошо помогают. Они, блин, вот, на самом деле, вот пока у меня электричество на пределе, вот видите, вот, сами предел просто, оно, вот, прям тютелька в тютельку уходит вообще, все сжирается. Вот, и аккумуляторы в этом плане стабилизируют энергию, да, то есть, и она не вырубается каждую секунду, вот как вот сейчас вы видели, да, то есть аккумуляторы держат заряд на одном уровне, то есть, когда его мало, то есть, чего-то не хватает, например, да, каких-то ресурсов или что-то выработалось, и станки ждут пополнения ресурса какого-то, да, и они в этот момент не работают, да, электричество накапливается, соответственно, накапливается в аккумуляторах, и аккумуляторы под соточку забиваются. Вот. А когда электричество нужно, оно начинает расходоваться. Когда идет перерасход электричества, получается, то идет на аккумулятор, все работает. Вот. Ну, и получается, нету, оно тупо не вырубается, как раньше. То есть, если раньше оно просто тупо брало и вырубалось, теперь нет, как бы. Очень удобно. Так, четвертый этаж подключаем. Опять вырубилось, давайте включим. Я не знаю, почему выключается, а вон скачок такой прям резко, что ли. Ну и пятый этаж. Так, четвертый подрубил. Он должен все это пойти тянуть, сейчас просто включим все это дело. Резкий скачок. Вот непонятно, почему она резкий скачок не переживает на аккумуляторе. По идее, резкий скачок на аккумуляторе она должна переживать. Вот, свет, как вы видите, поставил эти светильники, их тоже можно, кстати, вырубать, делать отдельное выключение светильников. Такая тема очень прикольная. Взял светильничек, вырубил 5 пальцев. Тут доля всего этого сделать светильника. То есть вот здесь, вон там и так далее. Ну и тут, естественно, можно свет поменять. Можно сделать, кстати, ночной режим включить. Сейчас вот день. А вот ночь, да, типа. Обыкновенно включим ночной режим. Плюс такие же светильники работают у меня на всех этажах. Ну, правда, не везде они еще сделаны, это пока. Все, тестовый вариант. Вот, можно включить весь этаж. Просто взять, потушить и все. Все станки на этаже становятся. Видите, вырубили. И в том числе и свет. Тут правильно свет настроен. Почему там на первом этаже также не настроен, не знаю. Где-то я на портачил. Вот, и пожалуйста, станочки вырубились. Вырубится сейчас. Нет, кстати, не вырубилось. Ну, аккумуляторы где-то, походу, держат. На каком-то этаже стоят аккумуляторы. Аккумуляторы надо на электростанции отдельно поставить. Плюс нужно еще, что я понял, аккумуляторы поставить на заводах, то есть на каких-то, потому что если ты буду вырубать завод и потом его подрубать, чтобы не было большого перекоса электроэнергии, собственно, и они должны быть заряжены, их можно, чтобы можно было отрубать. То есть вот как вот сейчас, видите, я включил перекос энергии, все, она не пробивает, там скачок какой-то большой походу в сети, и оно только вырубается. Ну и также свет. Тоже на этаже свет вырубается. Свет поставить ночной режим. Вот такая вот басня. На самом деле интересная тема со светом. Блин, его давно не хватало. Я давно все это ждал, когда сделают свет. Вот, пожалуйста, тут то же самое. Свет тоже включу ночной режим. Можно яркость, кстати,
побольше, поменьше поставить. Так, это у нас вот как раз пятый этаж. И везде подписано, кстати. Тут когда еще не сделал, сейчас покажу. А вот, вот так можно и подписывать гипертрубы. То есть поставить вот такой рубильничек. Вот. И подписать, какой, какой чего этаж. Поэтому я не подписал. Это упущение. Вот. Блин, это вот, вот, вот это вот мне всем очень даже нравится, что сделано. Вот эти обновления. Так, это новогодний этаж. Не знаю, что с ним делать. Я его решил просто пока оставить. Ну, а что с ним сделать? Новогодние игрушки убрали, а жаль, на самом деле. Было прикольно, оставили бы. Просто я думаю, скорее всего, на опять этот ивент включат на Новый год. Это осталось несколько месяцев. А мне, пожалуйста, уже готов завод. Его немножко расширить потом и все. Ну вот еще следующий этаж, следующий, следующий, следующий. И так до бесконечности этажи. Как-то так. Тут тоже немножко начал переделывать, поднастроил всего. Ну, не шибко много, на самом деле, чего сделал. Так, что нужно? Что нужно? Теперь нужно... У меня, в принципе, все есть. Нужно, нужно... Седьмой тир я исследовал. Восьмой тир, ядерную энергетику нужно исследовать. Теперь заново. Внезапно, да? Вот, и тут и ставить переработку урана. Кстати, я же могу все равно делать, да, по-моему? Или не могу? По-моему, что-то могу, а что-то не могу. Да, атомную электростанцию, в принципе, я могу делать. Вот, накопитель энергии. Можно, кстати, их понатыкать где-нибудь. Отдельно прям так. Не зашибись. Чтобы они работали бесконечно. И проблем с электричеством не было. Чтобы оно не уходило в трубу. Так, мне нужны суперкомпы, т.д. т.п. Просто сейчас, если делать это все, выходить... У меня суперкомпы уже делаются. Но если выходить на большие мощности, электричества не хватит. Оно-то уже в сотку у меня. То есть даже больше сотки оно сейчас долбит. То есть не пробивает. А если я сейчас и на это выйду, так это вообще жесть. Нагнетатель давления. Знаете, что я еще хочу сделать? Я же этот самый исследовал, я могу сделать, да. Нужно сделать геотермальный генератор и пойти поставить геотермальную эту самую электростанцию. Плюс я еще хотел доставлять уголь поездом, это отдельную серию сделать, как же до пути тянуть. Вот. Офигеть, тут уже дерево выросло. Пускай остается, кстати. Новый тут ничего не добавили, интересно. Нет, ничего не добавили. А жаль, жаль. Статы. Можно статуйку купить какую-нибудь. Орех. Это потом, пока не требуется. Так. Я, по-моему, все исследовал, да? Последний раз, насколько я помню, я исследовал все. Да. Ну, жесткий диск остался только исследовать, и все. Ну это молодец. Это молодец. Кстати, чуть тут не состоят так кубики. Офигеть. Тут всякая фигня. 16 кубиков стояло. Так. Ну что? Сегодня, ладно, я буду заниматься атомной энергетикой. Все-таки вот это большая головная боль. Дронами сделаю доставку урана, как я уже сказал в начале видео. Вот, и, собственно, поставлю переработку все этого урана, все это сделаю. Будут просто маленькие включения, сам процесс не буду показывать. Просто включение, как что сделано было. Кстати, если кто интересуется, как я сделал разводку по этажам, собственно, ничего тут сложного нету. Тут не сделал. Показать на этом не могу пока еще. То есть еще в процессе. То есть идет один кабель от нижнего этажа. С первого этажа по стеночке вот он. Идет сюда вот кабель. Вот он. Двойной. И доходит до рубильника, собственно. Доходит до рубильничка, и все, этим рубильничком можно уже включать и включать. Я не помню, какой это этаж. Очень не могу сказать.
Вот, и так на каждом этаже так же сделано. То есть этаж, рубильник. А идет все, подключено с основного рубильника. Вот это основной приход. Ну, надо тут еще тоже все это подделать. Вот. К электростолбу третьего уровня, собственно. А, вот поэтому я через него и включал. Вот, и идет потом на этот этаж. Только, видите, тут пока непонятно. Этот как бы этаж запитан. Что еще там дальше запитано? Хоть ты слышишь. Вот, вот эти столбы куда идут. Надо еще разбираться, по большому счету. Но этажи уже со второго по пятый этаж, они уже все независимы. То есть нет у них так, как таковой зависимости от общей сети. То есть если я рубильник нажму, то этаж вырубится по-любому. Вот это 100% сделано уже. А вот этот первый этаж еще не 100%, потому что я не знаю, как и что тут идет. Тут нужно еще очень сильно и долго разбираться, как мне тут было. Ну, это все переделывать, естественно, буду электричество переделывать на первом этаже. Поезда, выгрузку поездов еще нужно будет немножко переделать. И так далее. Так, ну все, в принципе. Основные фишки я сказал, которые я сделал. Полетели на атомную электростанцию. На новую, типа, уже. Ту первую я потом в итоге разберу. И сделаю ее по-другому. Ну, точнее, просто ее разберу, она не нужна будет. Там будет чисто химзавод, и слева и справа химзавод будет. Ну, или либо электростанцию на нефти, которая топливную электростанцию еще будет дальше делать. Посмотрим, в принципе. Надо, кстати, снять атомный вот этот генератор. Блин, в трубе уже. Он не нужен теперь. Сделать. И вообще все весь завод это снять. А с отходами непонятно, что делать. Я почему не снимаю? Нужно будет сначала перевести атомные отходы. А их же, вы знаете, уничтожить нельзя. Их можно переработать, насколько я понял, в новом обновлении. Там какой-то заводик есть по переработке. Но пока до него еще как до Парижа, поэтому как-то нужно ее будет все это перенести. Как? Пока не знаю вообще. Нету идей. Пока буду ядерные отходы скидывать куда-то, куда-то в угол, свозить, а потом что их, что-нибудь с ними сделаю. Да, ну вот я и прилетел на новую эту самую. Опа, я на месте. Вот тут будет у меня атомная электростанция. Чуть подальше от этого, я думаю, до туда радиации не будет пробивать. Вот где-то вот, где вот эта вот труба начинается, да? Атомная, как его, электростанция. Вот до сюда. Чуть подальше еще сделаю, и все. Тогда, я думаю, радиация не пробьет радиации. Чуть дальше нужно будет сейчас... Кстати, у меня... Надо этот самый цемент взять побольше. Кстати, а где весь цемент? Кто он делся-то? Визакать. Сейчас я что сделаю? Продолжу вот эту вот штуку, чтоб он до той... До той полоски, которую я сделал. Вот там на углу где-то будет склад атомных этих ядерных отходов. И, собственно, ну и да, все. А тут поставлю где-то дрон-станцию. Вот, вот там вдалеке. А на дронах буду уран привозить. И там, собственно, расположу все основные заводики, станки, на которых будет производиться уран, урановый стержень и так далее. Теперь, что удобно, дронов можно понаставить и на них загружать все нужные товары. И по одному, там, по два товара, по свой ресурс таскать, если что, распределять. Вот, ну что, пошел я тогда, сейчас прервусь, пауза, и я
начну все это городить. Так, ну что ж, начало электростанции положено. Вроде все сделал, все подключил. Остается только доставить ресурсы, ну и начать производство атомной энергии. Итак, для начала. Из серы и воды будет делаться серная кислота. Воду я поставлю вот здесь, здесь где-то качалки воды, как они называются, забыл. Водяные помпы эти. Экстрактор воды. Ну, где тут поставлю, пока тут не делаю. Вот, оно пригодится, это место. Вот, делаем серную кислоту, сливаем ее переизбыток в бочку, и потом серную кислоту доставляем до смесителя, и тут из урана, бетона и серной кислоты делаю обетонированную урановую ячейку, и чутка серной кислоты сливается. Но слив серной кислоты будет идти по трубе и сливаться опять-таки в бочку. Вот, из которой он опять будет поступать сюда. Здесь делаю, можно будет сделать помпу. А, хотя не надо, чем надо делать. Просто вот, чтобы она переизбытка не было, можно будет сделать насосики. Чтобы насос сюда, ну не надо, кстати. Ладно. Вот, чтобы она назад не сливалась, а сюда максимально шла. А, вот. Можно будет бочку вообще отключить, но я посмотрю потом. Возможно, как-то переиграю и эту бочку оставлю, чтобы избыток сливался и выливался сюда чисто. Ну, посмотрим. Что можно было завод отключать. Вот. А, собственно, уран опять-таки буду привозить, бетон буду привозить дронами. А, урановые ячейки выходят сюда. Поступают вот сюда, куда, кстати? Так, они по первой, да? По первой, и куда она идет? Сюда идет. А, ну все правильно. Вот, здесь эта урановая ячейка подхватывает наш этот самый, как он? Забыл, называется, изготовитель. Сюда железобетонную балку и электромагнитный регулятор я опять-таки дронами буду привозить. Вот, и выгружать где-то вот здесь. Вот я хочу построить дрон-станции. Мне сейчас просто не хватает. Даже на одну. Не хватает у меня вон той фигни. У меня где-то лежат, надо будет взять. Так, где она? Вот это вот блок радиоуправления не хватает. Здесь вот поставлю дрон станции, и отсюда вот уже конвейерную ленту я подвел. По конвейерным лентам пойдут все ресурсы на нужные мне участки завода. По конвейерам, кстати, 5 уровня все это пойдет. Все ресурсы. Вот, собственно. Производятся потом урановые эти самые стержни. Тоже выгружаются на конвейерную ленту. Идет по этой конвейерной ленте. Пока я не подключил, потому что я не знаю, какая высота будет. Сколько там это самое. Возможно, что 5-6, и высота повыше будет. Вот. Дальше идет... Где моя машинка? Поехали на машинке. Дальше вот этот урановый стержень идет уже на сам... самим, собственно, атомным электростанциям. Вот, идет к атомным электростанциям. Здесь такие опять труба с водой идет. Будет подключена. Ну, это чуть попозже я подключу. Вот. И, собственно, будет вырабатываться сама электроэнергия. А отходы будут складываться на конвейерную ленту и идти в горящие отходы. Пока буду все это складировать, потому что у меня пока нет. Вот. Оставил место, кстати, для завода, для наращивания завода, чтобы можно было его продлевать как вдоль. То есть до вон моего склада с этим самым с урановой отработкой этой.
Так и в ширину, вот до вот этой вот урановой электростанции, да, вот, можно будет продлевать еще завод. То есть еще вот этот, что сделано, его продлить до сюда можно и сюда. То есть в два раза. Ну, при необходимости, можно будет влево еще его раздвинуть. Ну, я не знаю, насколько это будет необходимо. Потому что одной атомной электростанции вполне мне хватит надолго. А у меня их тут две. А если их поставить, расширить, еще штук 5 поставить, 6, то этого хватит очень надолго, на самом деле, электричества для нового мегазавода, заводища. Плюс, собственно, и сами урановые электростанции можно будет расширять еще либо, получается, если так смотрите. Все упирается в склад. В склад электроэнергии урановых отходов. Его нужно сразу сделать крутой, потому что радиация шмонает так, что мама не горит. Иной раз, когда подходишь. А уничтожать просто через удаление, перетаскивание удаления нельзя. Я уже попробовал. И рабочики тоже нельзя отходы перерабатывать. О, то есть вот так-то взять и удалить нельзя отходы. И в переработчик нельзя засунуть, я уже попробовал. Поэтому нужно будет делать, сейчас вот я до сюда сделаю, и тут два ряда переработки уранового, ну вообще склада с урановыми отходами. Потому что они идут как не в себя, вот реально не забьются очень быстро, мне кажется. Чтобы горе не знать, я сделаю побольше. Сразу все это сделаю. Если надо, потом если они забьются, да, там тормознет чуть подальше, я тогда отъеду вот туда, чтобы радиация не била сильно. И там еще новый склад сделаю. Вот. Просто пока я буду подключать одну атомную электростанцию, потому что мне, чтобы мне хватало на мои все эти самые расширение главного завода, собственно, и нужно атомную электростанцию. Но перед этим я все же хочу сгонять и сделать гейзерные вот эти электростанции. Вот их 3 штуки есть, я не знаю, насколько их хватит, но как бы хотелось бы съездить их перед атомной электростанцией и все-таки их поставить. Поэтому после того, как я врублю и сделаю производство атомной энергетики, вот, я сделаю атомную электростанцию. Ой, я сделаю гейзер. Точнее, перед, наверное, атомной энергетикой я сделаю гейзеры. Вот, но видео будет после того, как я сделаю. Вот, их видите, 3 штуки. 3 гейзера. Не знаю, насколько их хватит. Возможно, мои текущие проблемы с электроэнергией вырешат. И я смогу нарастить производство и выйти на 8-й тир. Не хватает просто энергии на 8-й тир выйти. Если сейчас поднимать, у меня все будет очень жестко тормозить. Поэтому поеду сейчас делать гейзеры. И посмотрю, что у меня делается по вот этой фигне, не забыл, как называется опять, которая нужна для дрон-станции. То есть мне нужно, по большому счету, 5, по-моему, или 4 дрон-станции. Точнее, даже 4, 8 получается. 8. Сейчас точно смогу считать, сколько мне дрон-станции нужно. Потому что мне на загрузку и на выгрузку, естественно, дрон-станции нужны. Чтобы они не перезагружались. Можно было бы поделить, если бы можно, например, в самой дрон-станции или в складе сделать, например, вот 1000, например, там, не знаю, этих энергичеек, 1000, еще чего-нибудь выложить и все, и загружать. Но так нельзя. Поэтому придется каждую дрон-станцию отдельно. Итак, вот, мне нужно железобетонную балку вести и электромагнитный регулирующий стержень. Это уже две дрон-станции, плюс сюда бетон и уран, 3-4 дрон-станции. Ну, серу я думаю поездом, у меня поезд ходит, я его просто переведу сюда рельсы. Ну, 4 получается, 4 дрон-станции, и если на загрузку, то 8 дрон-станций, а мне даже на одну не хватает. Так что финита а-ля комедия, нужно будет ждать. А пока я буду ждать, я сделаю это самое.
как их называют, я сейчас скажу точно. Где они? Где? Вот они. Блок радиоуправления, пока я буду ждать, когда они наделаются, я поставлю гильзы, собственно. А сюда вот я приведу железнодорожные пути, поставлю на серу, на выгрузку. Можно было бы все по железной дороге, но все-таки если дроны есть, почему нет? И это как бы единичные экземпляры, да? Мне особо большое производство тут не нужно, атомной энергетики. Это если потом нужно будет, да, потом решать, я потом вообще, возможно, где-то его переделаю. Но пока в минимальных количествах, я думаю, мне дрон-станции пойдут то, что надо. Вот. В общем, сейчас... Хотел заговориться и забыть, что хотел посмотреть. У меня вот здесь, по-моему, блок радиоуправления был еще. Возможно, где-то у меня еще лежат. Надо посмотреть, потому что как бы на дрон-станцию хватало. Вот, вот там. Поехали. Здесь наверху на складе у меня был. Убьется? Убьется, хорошо. Вот всегда нужно делать везде лестницы. Потому что электричество вырубится и как-то убиваться. А тебе, например, топливо нет. Все. Приехали. Да, вот он, есть блок радиоуправления. Я их даем. Я их заберу все. И тут. Так, и того, сколько у меня получается их. Ай, крыса. 11. Ну это только на одну дрон-станцию. Их 10 нужно. Еще и на сам дрон, да? Еще и на сам дрон нужно. Офигенно. Ну вот получается дрон-станция. Раз и будет. Ну их нужно 4 штуки тут. Как-то так, как-то так. То есть маловато пока блоков радиоуправления. И кстати, а на гейзеры? На гейзеры тоже, по-моему, нужны. А, не, на гейзеры не нужны. На гейзеры нужна медные те самые. Надо будет не забыть. Набрать. Но это я наберу, когда поеду гейзеры делать. И в этом видео я буду попытаюсь запустить все же атомную энергетику и сделать разводку пути. Блин, как эту машину перенести теперь? А, кстати, надо все из нее выгрузить. Это вот сейчас займусь. Ну что, опять я выключаюсь. До следующего включения. Следующее включение уже буду подключать дрон станции. Так, друзья, ну вот, за кадром я много чего сделал. Сделал электростанцию. В принципе, на мой взгляд, вроде все сделано. Принцип такой. Нужны топливные стержни. Урановый стержень нужен. Для этого нужен железобетонная балка, электромагнитный регулирующий стержень и оббетонированная урановая ячейка. Железобетонную балку я буду доставлять по воздуху дронами. Электромагнитный регулирующий стержень аналогично. Но проблема в том, что вот это вот делается очень-очень долго. Что стержень, что балка. Как это сделать на постоянной основе, чтобы делалось, пока не знаю. Но нужно будет наращивать производство. Потому что у меня железобетонная балка еще там на что-то идет, какие-то детали. Ну вот, 3 штуки нужно будет отсыпать, собственно, на электроэнергии. И обетонированная получится... А, ну, обетонированная урановая ячейка. Она делается вот здесь у меня, получается. Будет делаться из урана. Уран, бетон и серная кислота. Бетон также по воздуху. Серную кислоту прямо на месте буду делать. И уран тут тоже буду делать. А, да, точнее, уран тоже по воздуху буду заставлять. Уже все типа готово. А, ну и серная кислота, соответственно, сера и кислота. Сера уже поставляется, вода тоже, по идее, должна поставляться, но еще не идет, потому что нету электроэнергии. Сейчас буду подключать. Так, дроны. Сейчас самая такая геморная задачка. Это нужно ладить производство. Ну, во-первых, нужно сейчас трубу серой провести отсюда и довести аж вон туда, на химзавод. Вон туда аж как-то. Не знаю, как она пробьет. Должна, по идее.
Вот. Это что касается по серии сейчас буду делать. Потому что там будет делаться аккумуляторы. Тут дроны уже готовы. И на том заводе тоже дрон-станции готовы. И уже готовы как бы это выезжать и делаться. Точнее, выезжать и грузить. Там уже нагружено все как надо. Они готовы вылететь. Но проблема, как вы видите, остается с серыми. Ну и, соответственно, весь шлак, который будет производить атомная электростанция моя, да, который не выбрасывается. Если с ураном еще нормально, все, уран можно выкинуть, вот, либо переработать его как-то, то с вот этими остатками, с урановым топливом вот этим, которое будет производиться в итоге, отходы, с ним, к сожалению, ничего сделать нельзя будет. Вот. И по этой причине я его буду, естественно, складировать. Сделал отдельно далеко склад от основного завода. Ну, так не сильно далеко стал делать, потому что его можно будет перерабатывать в итоге. Вот что потом его можно было выгрузить. Тут, наверное, радиация будет шманать так, что пиздец будет убивать куям. Поэтому, чтобы туда зайти, потом нужно будет этих самых фильтров. Просто какое-то неебическое количество. У меня всего 25, а они уходят просто на раз. Если немного урана лежит. А если ядерный отход, то это вообще жесть. В общем, смысл такой. Три контейнера стоят, и видите, соединил их тут. И по идее, если положить сейчас что-нибудь, то оно должно оказаться в последнем контейнере. И по идее, поровну должно в каждом контейнере. Ну, давайте я кину стак на 200 антиалюминиевых листов, которые нужны на конвейере. Вот сейчас эти дюралюминиевые листы, по идее, должны будут оказаться в самом конце по 100 штук в каждом. Но видите, они поехали. Пусть, кстати, едут. Вот они. А, они наверху окажутся. Ё-моё. Что-то я этого не пересмотрел. Да, и тут наверху. Ну ладно, полезли наверх. Вот, видали? Опа. 100 дюралюминиевых листов. И тут тоже. Вот, то есть все вот это вот будет складироваться вот сюда. Ну, а потом отсюда я буду как-то выруливать и вывозить или перерабатывать дальше. Тоже посмотрю, но это нужно... Ой-ой-ой, откинь, уйти! Стой! Давай, машинка! Давай! Что делать, машинка? Сдохла. Блин, ну то есть надо выкладывать сейчас все. А-а-а! Надо было больше делать, так и знал. Машинку жалко. Так, я сейчас поеду. Так, хватит места, не хватит? Чтобы ее разобрать. Не, по-моему, не хватит. Надо еще что-то выложить. В принципе, у меня есть что выложить. Так что выложу все, что можно. Так, сейп. Все, машинка, давай. А, все-таки что-то не влезло. По мелочи. О, это фигня. Надо сейчас машинку сделать. Заново. На чем ездить? Так, и все в нее сложить. А, сложил. Так, отсортировать. Тентон. Листы. Это компы. Компов что-то прям много понабрал. От души понабрал компов. Это вещи с ними проблема была. Так, всякое лишнее сейчас поскину. Что особо не нужно. Главное машинку спас, остальное не важно. Все, не влезат. Так, сейчас я цемента сюда скину. Он нужен и не нужен одновременно. Просто если его надо будет, то его прям сразу много надо. Так, а ну и бензин закинуть. Все. А, все, можно ехать. Вот так, в общем. Будет все это складироваться, потом вот тут можно будет прям где-то переработку сделать. И все. Чтобы ураном не било, можно уран будет просто выкинуть потом. И все. Потом опять завести его. Вот, это что по электростанции. В общем, она готова. Осталось ее только включить и повести ресурсы. По идее.
Как в итоге оно будет работать, я пока еще не знаю. В принципе, ресурсы можно уже доставлять на самом-то деле некоторые. Мне нужно просто подключить к электроэнергии. Плюс нужно сделать два независимых источника питания энергии. То есть один от атомной электростанции и один должен идти от обыкновенной электростанции, от топливной. Вот. Чтобы было два разных пути подключения. Так, ну и сейчас еще покажу, что я буду делать за кадром. Это все за кадром буду делать, просто пока показываю, что уже было сделано. Это оп-оп-оп, и все сделано. Переделал железнодорожные пути, ну, точнее, не совсем переделал, начал переделку их. Вот, у меня будет два пути, и тут вот будет по центру, как я говорил, свободная полоса, чтобы мы могли машинки приезжать. Потому что машинки иногда нужны, загружать их и спокойно ехать, работать. Так. Вот сейчас бы я взял бы на завод, да, доехал на машинке. Но там пути мешаются, тут все тоже мешается, поэтому на машинке не доедешь. Поехали. По конвейеру. Так. В общем, суть такая, смысл такой. Тут стоят уже готовые делать аккумуляторы. Ой, чуть не убился. Аккумуляторы, эти станки, да? Мне нужен алюминиевый корпус. Это будет привозиться вон оттуда, получается, с ядерной электростанции. Туда будет привозить дрон. Получается, можно было бы и тут, конечно, где-то выгружать, но я уж там сделал, а там по конвейеру аккуратненько сюда будет доходить. Ну, чтобы все было в одном месте и было какое-то, чтобы сразу много их летало и по приколу. Вот, раствор глинозема, он тут делается, вон он, соответственно, проблем с ним не будет. Серная кислота тоже оттуда будет доставляться. Почему я решил и алюминиевые корпусы оттуда доставлять? Потому что один хер серная кислота оттуда мне сейчас вести трубу, я уже начал там вести. Вот серную кислоту нужно будет доводить сюда. Поэтому, собственно, и будет и идти этот, как он, алюминиевый корпус тоже оттуда и там сюда загружаться. И аккумуляторы будут идти отсюда, опять-таки, туда, вот на атомную электростанцию. И с атомной электростанции уже аккумуляторы будут оттуда развозиться дронами по дрон-станциям. Как-то так, вот, в общем. Интересные такие вот модели. Конечно, с аккумуляторами это такая проблема. Это как с машинками, машинки заезжать углем. Потому что если тут на дрон-станции будет дохрена аккумуляторов, да, дрон полетит на другую дрон-станцию, у него аккумулятор кончится там, на той дрон-станции, да, а там дрон-станция вторая, которая приемная, да, не будет заправлена аккумуляторами, то он там и останется. Соответственно, вся система рушится тупо из-за того, что на другой дрон-станции нет аккумулятора. А как туда доводить аккумуляторы? Это нужно строить еще одну, понимаете, дрон-станцию, чтобы туда полетал дрон и загружал аккумуляторами ту нужную дрон-станцию. То есть две дрон-станции строить. Сами понимаете, это какое-то извращение. Ну, блин, по-другому никак. По-другому никак не получится. Придется вот так делать. Вот, ну что, тогда сейчас опять я на паузу хожу и занимаюсь доставкой, подключением доставка алюминиевого корпуса и созданием аккумуляторов. Вот. И потом уже включение, как буду настраивать дронов, которые будут летать и все привозить. А потом уже в следующей серии уже будут подключать, наверное, атомную электростанцию. Так что продолжаем смотреть и ждем следующего. Так, ну вроде все готово, друзья. Все, что мог сделать, я сделал. Теперь нужно с электростанцией разобраться. Где-то тут рубильничек поставить. Чтобы, если что, понимать, откуда что идет. Хотя, зачем я так вырубил? Это пускай остается. Так, у нас, получается, приход будет... Давайте вот от этого столба сюда и от этой штуки
Не сильно она будет по-ублюдски смотреться. Сильно. Тогда я здесь тот стол поставлю. Вот, получается. Что у нас получается? Получается, давайте тут подпишем. Ядерная электростанция. Ядреная электростанция. Так. Ну, получается, у нас будет идти ток. Ток. А, вот эти штуки не подключены еще. У нас не будет ничего идти, никакого тока. Пока не подключил. То, что надо. Так. Как они подключаются-то? Пофиг. Так, ну пока две будут стоять. Тихо, их две будет хватать за глаза. Нет питания, смысл нет питания. Питание должно быть. Электричество-то идет. Идет, значит, питание есть. Так, ну вот так-то вот. Все, я тебя подключил. Тут должна вода быть, по идее. Но она не идет. Хе-хей. Так, а вон эти штуки. Они без питания, походу. Давайте проверим сразу все. Так, вот этот столб запитан. Да. Так, ну и вот. Вот без разницы, тут можно подключить любую штуку. Во, пошло. Так, а тут что? А, тут не соединил. Я думаю, чего воды-то нету? Ну, во-первых, там питания не было. И во-вторых, я не досоединял. Так, тут-то теперь что? Питание есть-то? А, нет, тут тоже нету. Потому что я ничего не сделал, поэтому нету. Давайте, а, нет. Ты, получается, да? Так. Сюда. Ну и вот сюда. Вот и должно, по идее, заработать. Да, видно, чуть увеличилось. Потребление. Так, эти включились. А вон там не все включилось, смотрю. Вот там последний. А, не заработал, заработал. Все. Сейчас вода должна пойти. По идее. Да, заметьте, вот эти вот штуки я хотел поставить вон там сзади, да, ну, чтобы ближе шла. Но они не ставятся, потому что тут вот конец карты, сейчас покажу. Опа, видали? Тут конец концов. Поэтому, собственно, и не ставится. А, выпустите меня. Вот. Поэтому вот эти вот... как они называются-то? Забыл. Тын-тын-тын. Экстрактор воды, он сюда, видите, не ставится. А сюда ставится. Вот. Чуть левее... Все уже не ставится. Такая вот подстава, ну, что делать, ладно. Не страшно. Так, вода пошла, вода пошла. Отлично. Сейчас должно делаться из воды и серы, серная кислота. А делается, нет? Или тут надо тоже подключить все. Если надо, там подключу. Это не вопрос. Нифига себе, я впритык опять. Надо срочно запускать. Сера, вода, воды нет. А, ну воды-то и нету, да. Собственно. Думаю, чего опять не делается? Сейчас так столько косяков-то. На ровном месте. О! Вот я должен сейчас пойти.
Ну, мне так что. Просто мне не пробивает, может быть. Может быть, кстати. Это ж вода, да? Да. Сейчас проверю. Ой, блин, только тут что-то коряво сделал, ну ладно. Возможно, просто не добивает. Вверх. Да-да-да. Вот, скорее всего, он там стопорнуло, видали? Он не может вверх поднять воду. И где ты залилась? Вот отсюда? Да. Ну, это не проблема. Парочку насосиков решит проблема. Стоп, что ли? Так, а сюда сейчас еще. Сейчас вот сюда еще один. Повыше. Ну вот так-то вот. А, сейф. Смотрим, что по воде. Что-то хрень какая-то. Так, электричество нормально. Может, неправильно поставил эту самую помпу. Тут нормас. Или нормас, скорее всего, неправильно поставил. Ну, в какую-то сторону смотришь. Понятно. Ну, сюда все правильно. Это качает. А ты че? Ты-то че не качаешь, мразь? Может, не нужна, но давайте уберем. Понятно. Ой, я и богу не понял. Турбонасос. Ну туда, все правильно. Так, а это давайте тогда. Ой. Вот тогда вытащим. Ха, ну вообще я не понимаю, почему этот насос не хочет работать. Пошел перекачивать. О, слушайте, пошла вода. Так, проверю все, чтобы везде доходило. И если что, увеличу. На насосики поставлю, да и все. Ну, это нормально, доходит. Так, серная кислота. А что только одна работает? А вот пошла вторая. Ладно, скорее всего, не хватало. Так, пошла третья. Да, да, воды немножко не хватало. Сейчас она заполнится. Так, все, сера. О, тут сера нормально. Сейчас только нужно будет... А, тут насос стоит, да? По перекачке серы.
Но он тоже не работает почему-то. Что, на другой стороне вообще стоит? Не выкачал все серо сюда. Сейчас, погодите. Вот сюда туда же. Должен вот в эту трубу подавать. О, пошла сера. Так, все. С серой вопрос решен. Серной кислотой, точнее, не серой. Так, теперь нужен вопрос с алюминиевыми хренотенями. Так, сюда будет привозить аккумуляторы. А, не, он туда будет привозить аккумуляторы, да? Или что? Или где? Будешь аккумуляторы привозить или нет, или ты его сюда еще что-нибудь. Аккумулятор вот эта штука пускай привозит. А тут я какую-то уже фигню замутил. А алюминиевый корпус сюда, да, я собрался убрать, пока все равно ничего нету. Так, алюминиевый корпус, а это все одна. Так, бетон, разгрузка. Не, давайте сюда аккумуляторы пускай. Аккумуляторы. Разгрузка. Так, все. Так, бетон и все это фигня. Давайте вот здесь вот алюминиевый корпус. Вот это вот будет. Вот это вот тогда будет алюминиевый корпус. Так, это что у нас такое? Это зарядка от этого. Аккумуляторы сюда будут поступать. Так, а сюда мы забираем... А, отсюда выдаем алюминиевые корпуса. Алюминиевые корпуса, куда их надо поставить? Непонятно. Так, это аккумуляторы у нас сюда приходят. А, аккумуляторы же приходят отдельно, что я туплю? Да, я-то панул. Ну пофиг. Так, вот сюда, вот на эту нужно поставить приход алюминиевого корпуса. Но если сюда будет, то пускай отсюда идет. Получается вот так, вот так, вот так. Да, елки-палки. Вот так. И сюда будет загружать. Корявенько. Ну да ладно. Так, ну что? Это у нас аккумуляторы, разгрузка, нет. Это будет алюминиевый корпус. Разгрузка. Так. Все, есть алюминиевый корпус. Разгрузка. И которая пойдет аж на тот завод. Теперь что нужно? Как бы не лохануться, конечно. Ну, не должен лохануться. Теперь нужна машинка и еду на следующий завод. Ой, еду, поеду, проверю алюминиевые корпуса. Там будет дальше видно. Так, давайте я посмотрю, тут вода идет. По воде тут нормально? Да, все нормально. Поехали. Так, вот так вот будет идти алюминиевый корпус, а обратно будут аккумуляторы идти. Тебе нужно проверить, чтобы и алюминиевый корпус дошел куда надо, и аккумуляторы вышли куда надо. Потому что там, насколько я помню, что-то ничего такого не делал.
Так, значит, вот так они идут. А, как бы не убиться. Так, надо было туда. О. В принципе, я могу вот так. Так, еду. Я алюминиевый корпус, в общем. Еду посмотреть, где я буду выгружаться. Так, и серная кислота заодно чекнуть. Серная кислота вот сюда приходит. Вот, вот он тупик, соответственно, алюминиевый корпус сюда выгружается. Окей, окей, окей. Серная кислота. Тут вроде она нормально. Что за вода какая-то еще тоже идет. А, раствор глинозема. Тут вода. Или глинозем. Тут вода. Откуда вода тут взялась? Это косяк тут самый. А тут что у нас? А тут раствор глинозема, да? Да еб твою мить. Как тут стать-то? Да, раствор глинозема. Ага. А вот сюда подключена вода, которая здесь нахрен не упала. Вот так вот. А, ну и надо тебе солить эту воду. Вся труба. Весь трубопровод. Так, все, солил воду. Теперь наземчик подключим. Вот так, чтобы с водой не состыковалось. Чай. Во, глинозем есть, да? В смысле нет питания. Подключено. Так, серная кислота, раствор глинозема. Давайте тебе на тебе. А че не поступает? А, потому что я не подключен, не поступает. И серная кислота не поступает. Подождите. Серная кислота не должна поступать. Ага. Вода. А, все правильно, там вода была. Ну я лошар. Вода там была правильно, на самом деле подключена. Это спуск воды. Так, куда она будет уходить, интересно? Будет ли она вообще уходить? Да ёпарасы, так все, тебе нужно чистить, что ли, эту самую сеть. Это было правильно. Полез своими корявыми руками. Все поломал. Вот тебе надо. Так. Ну и ладно. Значит, тут надо серную кислоту подвести. И глинозем. Да, не вопрос. Сейчас подведем. О, пошли аккумуляторы делаться. Так, аккумуляторы выгружаются вот сюда. Что это купили? Получается у нас. Куда они едут? Они едут сюда, но, к сожалению, нам сюда не надо. Нам надо, получается. Так, и это сюда мне тоже. Получается, нужно вот сюда, вот эту вот ломаем, нужно вот тут, да? Да.
так вот сюда будет аккумулятор идти. Вот как тут. Хопа. Все. Отлично, аккумуляторы пойдут. А вот это вот хренотень. Она как оттуда идет? А, она оттуда идет. Сейчас сюда ее завернуть. И вниз спустить. Чутка не заходит, ну ладно. Это не получится тоже. Надо что-то мутить как-то, по-хитрому. Пока не знаю так. Опять сейф, да? Так, попробую тогда вот так вот. Не так тоже не идет. Вот так не так и так. Тогда только вот с этой фигней. Только подальше, наверное. Что за ебанина? Получается сделать. Ладно, потом как-нибудь переделаю. Сейчас хотя бы, чтобы заработало. Это как бы основная задача. Ага. Так еще хуже. А, как тебя сделать там, мразь? Может, кстати, вот так вот наоборот. А, тебе вот тут мешается, да? Труба это ебаная. А что труба вообще тут стоит? Зачем она сюда идет? Тут вообще нужно. Вот и все. Вопрос с трубой решен. А это что, куда идет? Створим на землю. Черт возьми. Во. Если вот так вот сделать. Ага, пойдет. Сейчас все будет. Дайте время. Так тоже не хочет она. Ну только так. А так он тоже не хочет. Как она слишком говорит, я слишком мелкий. Блять. Так, глинозем, нахуй этот. Вырубайся. Вот это что? А, тут это еще идет. Нет. Наверное, зря глинозем так. Что ж делал? Тогда вот так ж. Блин, больше вариантов нету. Да ебаный в рот. Давай, делайся. О. Так, тут что, глазем?
Так, это тоже все убираем. Делаем, значит, вот так вот. Хотя можно и по этой, но и лучше по этой. Потому что по-другому никак не получается. Там-то хоть маневр будет. Во. Вот и отсюда можно свободно сюда довести. Тут внизу спустить аккуратненько. И проблем не должно быть никаких. Вот тебе зацепим. Оп. Вот. Я же говорил. Так, ну пока две подключу, потом если надо будет еще больше подключу. Пока двух должно хватить. Так, ну вот эта вот штука. Слишком крутая конвейерная лента. Что-то такая крутая, как твоя. Классно крутой. Так, отлично. Тогда делаем вот так. Все, алюминиевый корпус. Отлично. Алюминиевые корпуса и пойдут куда надо. И все пойдет как надо и куда надо. Аккумуляторов тут много. Так, а я между делом направляюсь на основной завод, откуда сейчас будут доставляться алюминиевые корпусы. Корпуса. Поезда нету какого-нибудь мимо проходящего. О, поезд серый есть, но все равно на завод едет. Опа, поехали. На поезде все по пустые будет. Да, у меня кончается топливо. Что-то я как-то не подсуетился. Ну, ладно. Надо старую электростанцию урановую разобрать. Тебе она не нужна. Там вообще ничего не нужно. Все, что там лежит. Но там ядерное топливо, его нужно просто немножко перенести. Дронами, наверное. Ладно, потом займусь. Сейчас еду подключать дрона, который будет, собственно, возить мне алюминиевый корпус. Видите, он все пролагивает, вообще в плюс садится просто. Умопомрачительно. Фух. Так, и так, и так. А, я что-то не убрал дронов. Надо было там дронов убрать. Ну ладно, не страшно. Дронпорт. Так, тут стержни, да? Ага, вот он. Алюминиевый корпус, загрузка.
Так, ну и ложим сюда аккумуляторов. Штучек 100. Так, ну пока все остальное не нужно. Так, а что, не работают? Работают, да. Так, получается... А, нет, а там не должно быть дрона, да? Ну тогда вырубаем. Чё? Как дрон активировать? Чё-то я забыл. Дрон. Так, алюминиевый загрузка, да? Разгрузка. Не понял. Алюминиевый корпус. Загрузка, разгрузка. А, аккумулятор разгрузка 2. А что разгрузка? Нет, нет. Так, аккумулятор, алюминий корпус. А, там что ли не сделал, что ли? Что, блин? Если этого дрона сейчас секану. О, он забит корпусами. Этого дрона нельзя трогать. Так, ну, в принципе, тут есть алюминиевый корпус загрузка. А почему? Я там не переименовал, я же переименовал. Так. А, там аккумуляторы. А, нет. Ладно, поехали назад. Я не знаю. Вот тут все есть. Алюминиевый корпус загрузка стоит. На тебе как-то его разгрузить? Я не понял, конечно. Почему я же переименовал, где разгрузка алюминиевый корпус? Или нет? Может, реально аккумуляторы тут тупо переименовал? Ладно. Поехали. Поезд в этот раз не буду ждать. Сразу доеду. Тут нужно еще тоже вот эти вот рельсы переделать. Одно вон-то убрать и оставить две. Чтоб шли рельсы. Плюс тут везде край карты, вы не думайте, почему я так коряво сделал. Просто тут везде край карты. Вон там уже, вон тут квадратик уже край карты, тебя там убивает. Просто если ехать на поезде или лететь в трубе по краю карты, то сдохнешь к херам собачьим. Поэтому нужно будет чуть по-другому сделать. А так, в принципе, задумка интересна на самом деле. Две трубы. Две линии будут идти. Одна будет идти с ядерного завода. Другая с теплового линия. В случае чего можно будет отключать заводы, нужные переключаться и так далее. Как-то так. И также этажи отключать можно будет. Просто с ядерной энергетикой еще не работал, поэтому не знаю, как оно может быть. Какие могут быть подводные камни. Так. Значит, сейчас нужно алюминиевый корпус разгрузка. Разгрузку сделать. И взять топливо. Пару стаков. Даже побольше нужно. Поехали, машинка. Так, я на месте. Итак, где у нас алюминиевый корпус? Аккумулятор. Вот тут алюминиевый корпус. Вот это вот. Ну,
Ну, есть алюминиевый корпус разгрузка, а чем мозги не будет? Сюда аккумулятор будет загружаться, сюда это. Этот порт. Моя не понимать. Может дрона сюда ебануть? Ага, мне не хватает этих копалок. Так, ну давайте сюда аккумулятор. Как минимум секану. Максимум скорость транспортировки. Не люблю, да? А, во, алюминиевый корпус загрузки. Вот. Да, ну вот. Корпус разгрузки. Так, загрузка, разгрузка, да? Разгрузка. Нет, ну это... О, как по-моему полетел. Ну-ка. Есть, летит дрон. Так. Отлично, жду дрона. Сейчас должен полететь где-то. Вон, вижу, 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 летит, цените. вон он, родной. Слушайте, блин, быстро летит. Так. Так. Садись давай. Раз. Так. Сюда должны алюминиевые корпуса пойти. С бешеной скоростью. О, ладно, пошли, пошли, пошли. Так, а дальше ты что будешь делать? Полетишь назад? Да. А он ничего не забрал? Нет, появился, разгрузился и уехал. Так, отлично, отлично. Теперь нужно еще кое-что сделать. Такое хитрожопое. Это аккумуляторы. Это сейчас будет делаться и транспортироваться сюда. Сейчас надо хорошо тут встать. Вот эта труба мешается. Опять, да, сейчас мы ее сломаем пока на время. Надеюсь, этого хватит. Только этого мало. Опа. Блин, мешается.
О. Чего не может сделаться? Другой объект мешает постройке. А какой объект мешает постройке? Чего вы тут меня лечите? Текущим строительство по умолчанию. Бля. Так. Трон опять полетел, пока вот занимался разборками. Что-то может мешать уже, я не понимаю. А, мешает это. Тогда ты только так. А тут тогда... Как там извращение будет сейчас? Удастся как-то это извращение сделать по-нормальному или нет? Вот в чем вопрос. Текс. Но я видел, что проскочил один аккумулятор, пацаны. Если сейчас вытащу аккумулятор отсюда. Так, а что они не уходят, кстати? Или уходят? Уходят. Только кто-то они тупо уходят. А, они забились, что ли? Это не может быть такого. О, видели, аккумулятор полетел. Еще аккумулятор. Ага. И они что-то тормозятся и не уходят. Почему? Почему вы не уходите, Вася? Все же правильно сделано. Правильно все-таки сделано. Так, еще раз. А, это умный, надо же поставить. Так. Ну, вот не вот так вот, по-любому. О, поехали. Так, только, конечно, не так. Чуть пониже. Во! Погнали аккумуляторы. Жик! Захерачилось. 10 штук. И остальные пошли сейчас сюда. Да, отлично. Аккумуляторы пошли, работают. Так. Хотелось бы еще алюминиевый корпус, вот тут что-то, там его много, тут забилась конвейерная лента или что, непонятно. Сейчас посмотрим. Да, при всем желании так долго будешь ехать. Да, слушайте, все алюминиевыми корпусами забито. Вся конвейерная лента. Офигеть, их тут сколько. Там животин съехал. Поехали отсюда быстрее. Ехать тормозить. Так.
Да, все алюминиевыми корпусами забито. Ну что, я считаю, друзья, это успех. Можно, конечно, аккумуляторов еще побольше сделать, чтобы производилось. Так, и смотрю, они не успевают. Вот, ну это уже за кадром. В принципе, расширение, все остальное это уже за кадром. Главное, то, что надо, то делается. То есть у меня делаются сейчас аккумуляторы и улетают на дрон-станции. Вот. Вон и дрон летает. Ну что, на этом, друзья, все. Я первичную атомную электростанцию сделал. В общем, как хотел. Еще не запустил. Запускать буду в следующем видео. Вот. За кадром сейчас еще кое-что улучшу, кое-что доделаю. Расширю производство аккумуляторов. И в следующем видео уже буду подключать остальные дрон-станции и уже подключать, собственно, вводить в эксплуатацию атомную электростанцию на Уране. Вот. Ну что, на этом все. Как обычно, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео. Ну и заходите на наш сайт, друзья. Всем удачи, всем пока.